Казахстанский певец может выступить на Евровидении, сообщает портал Tengri News. Казахстан впервые может принять участие в одном из самых престижных конкурсов эстрадной песни в мире. Уже в следующем году выступить на Евровидении может певец из Карагандинской области Нуржан Керменбаев, более известный в народе по прозвищу Капкарашка. Каким образом Капкарашка сможет попасть на конкурс, не уточняется. Отметим, что для подачи заявки Казахстану необходимо по меньшей мере войти в число стран-членов Европейского вещательного союза. Сам 23-летний певец заявил, что давно мечтал покорить Евровидение. Напомним, в 2006 году Нуржан стал финалистом третьего сезона популярного телепроекта «Суперстар KZ». В 2009 году представлял нашу страну на новой волне в Юрмале, где занял 14 место. В настоящее время участник дуэта «Арнау» вместе с Салтанат Бакаевой. Евровидение 2013 пройдет с 14 по 18 мая в шведской Мальме. Заявки на конкурс намерены подать более 40 стран.